Они очень волнуются, управляя за крохотной ширмой кукольными персонажами. Маленькие малбургенские актеры долго готовили этот спектакль. Беззаботный зайчик получился ярким, смешным и трогательным. Осень наступает, скоро зима придет. Так похудает. Мне было интересно участвовать в «Медведем», потому что это для меня роль новая была. И было очень много эмоций и очень много свежих мыслей. Участие в театре дает мне уверенность в себе. У 15-летней актрисы Нади Дерюшевой проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И куклами за ширмой она управляет, сидя в коляске. Но о своем недуге ни она, ни ее друзья по сцене не вспоминают. Настолько юных актеров захватывает сила искусства. Их маленький театр во всех смыслах – их неприступная крепость. Я люблю театр, потому что он веселый. Нравится играть, потому что сказка интересная. В этом и была задумка взрослых – заинтересовать искусством особенных малышей, подарить им сцену, декорации, куклы, сценарии. Детский театр «Лучик» – единственный в Удмуртии сельский инклюзивный театр. Он – гордость всего Малопургинского района. Репетировать спектакли в райцентр приезжают дети из многих ближайших деревень. Представления они дают на сцене местной библиотеки. Ее сотрудники – главные режиссеры необычных кукольных спектаклей. Конечно, у нас нет режиссерского таланта. Мы библиотекари, как можем, так и развиваемся, так и стараемся. Что умеем, даем. В репертуаре инклюзивного детского театра уже 5 спектаклей. Но количество не главное. Главное, считают родители юных талантов, что они не замыкаются на своих проблемах со здоровьем, умеют общаться, растут творческими личностями. Ширму тоже сами дети рисовали, полностью все сами делали. Вот насчет этого, это, во-первых, и труд, и умение общаться, и куда-то мы выходим, ждем нетерпением, тут же вот они рассказывают свои проблемы, тоже свои рассказывают удачи, неудачи, вот это все. Как вот одной семьей живем. В самых ближайших планах кукольного театра начать гастроли по деревням Малопургинского района. Александр Демидов, Дмитрий Воронов, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия».